Мы очень часто используем касторовое масло для очистительных процедур. Но есть противопоказания. Раковым больным нельзя пить большой дозы. Им нужно пить по одной столовой ложке. Но лучше всего, если у них непроходимость кишечника, таким пациентам принимать вазелиновое масло по одной столовой ложке 3 раза в день. Касторовое масло мы принимаем на убывающую луну, перед чисткой печени, перед входом в голод. И нужно принимать по правильной схеме. И сколько вы весите килограмм, столько миллилитров нужно. Вот я вешу 60 килограмм, поэтому я налила здесь 60 миллилитров касторового масла. Добавляем сюда в рюмочку 60 миллилитров свежевыжатого лимонного сока. И сюда же отдельно в стаканчике, чтобы запивать, тоже 60 миллилитров. Делайте это лучше в одноразовой посуде, потому что потом мыть после касторку посуду очень неудобно. Если она очень густая, можно добавить немножечко кипяточку сюда. Вот мы размешали, приготовили сок, смесь. И чтобы закусить что-нибудь, и обязательно нужна салфетка. Нам нужно, чтобы у нас на губах не остался вкус касторового масла. Размешали. Выпили. Запили соком. Протерли губы и закусили.